Дорогие друзья, всем привет! Наша подписчица надоумила меня на то, что можно снять ролик про мыло. Спросила как-то под какой-то закупкой одна женщина: неужели вы успеваете израсходовать вот все мыло, которое вы покупаете? Конечно, не успеваю израсходовать абсолютно все, и у меня скопился некоторый запас этого мыла. И что у меня есть, я вам хочу сегодня показать. Дело в том, что я очень люблю мыло. Но это не говорит о том, что у меня какое-то супер крутое, дорогое мыло, там не знаю что. Все обычно. Есть, конечно, мыло, которое немного дороже, чем обычно. Есть памятное мыло, потому что мы были в Болгарии, мы были в Турции. Там на память мы тоже брали кое-какие кусочки мыла. Там Саша то в командировку какую-то ездил, там тоже откуда-то привозил. Ну, в общем-то, есть кое-что. И хочу начать я с мыла, которое мы купили в Болгарии. Это розовое мыло. Это детское мыло. Конечно, сколько оно стоило уже, я не помню. Это все было давно. Вот так вот оно выглядит. Написано «роза». Душистое, приятное такое вот мыльце. Мы много привозили мыло. Конечно, мы раздарили все это мыло родственникам в качестве подарков, в качестве сувенира, и оставили себе буквально вот два кусочка. Вот детское мыло такое, и еще вот такое вот мыло, косметическое мыло, ароматерапия называется. Очень душистое мыло, очень роза. Ах, очень приятное такое нежное мыльце, просто прелесть. А еще мы привезли из Болгарии тоже мыльце, которое было там в гостинице. Мы были вот в такой гостинице, вот она так называлась. Мы жили в Обзоре в Болгарии. И та гостиница, которая вот Люсия Hotels Resorts. На сегодняшний день она уже, эта гостиница, не функционирует. Но место там было шикарное, было все включено, и вообще классный отдых был. Мы в восторге были просто неописуемым. Это вот такая память у нас из Болгарии. Еще вот такое вот мыло, красиво оформленное, это в турецком стиле, вот тут вот с кошачьим глазом, любят они эти кошачьи глаза навешивать всем туристам. Вот. За доллар мы его покупали, доллар. Качество этого мыла, ну, так себе, оно раскисает. Вот. Но зато вот оно все так вот оформлено красиво, вот. Тоже много кусков привезли, родственникам в качестве подарков раздарили. Это вот как бы памятное. Вот. Мылу из Болгарии, я не знаю, сколько лет уже, мы в Болгарию ездили в 2009 году, по-моему. То есть это уже 9-10 лет скоро будет. Вот. Но это все вот такое вот памятное. Дальше мыло пойдет уже всякое разное. Но первое, с чего хочу я начать, это мыло, которое я открыл буквально год назад. Это вот хлебные травы. Боже мой, какой восторг! Как мне нравится это мыло. Вот у меня сейчас в руках лаванда. Оно продается в Магните, в Магнит Косметикс, в Фикс Прайсе оно продается. Вот, на него бывают скидки, можно купить его по цене в пределах от 17 до 25 рублей. Вот так вот. Ну, классное мыло, туалетное, твердое. Вот мы для бани его используем. Ну, просто восторг вообще. Просто суперское мыло. Вот, и сейчас вы видите вот такую вот коробочку. Собственно говоря, вот все мое мыло занимает именно вот это пространство. А, целебные травы. Еще мне очень нравится ромашка. Вот. Еще вот три куска у меня ромашки есть. Тоже очень нежный, прекрасный запах. Как я люблю это мыло. Вот просто прелесть. И у меня еще есть липа. Вот. Хотя еще продаются другие варианты этого мыла. Но вот у меня на сегодняшний день только такое есть. Затем из обычного, из простого, одно время много в Ашане мыло покупала. Вот такое вот простое туалетное мыло, всего за 11 рублей. По сей день оно там продается. Лимон и яблоко вот у меня в данном случае. Хорошее тоже мыло, обычное, недорогое, но приятное в использовании. Оно не раскисает, и этим оно мне очень нравится. Не имеет такого резкого запаха. Ну, такое вот нормальное, приятное мыло. Также в Ашане я покупала вот такое вот мыло. Мон Пари. Стоит оно 42 рубля. Очень своеобразное, душистое, какое-то такое травяное мыло. Очень приятное. Кусок довольно-таки большой. Здесь 200 грамм. Хорошее. Хорошее мыло. Мне оно тоже очень нравится. Красивая упаковка такая. Просто супер вообще.
Потом дальше из обычного мыла вот такое вот банное, земляничное, по цене 25 рублей. Обычное хорошее мыло, прекрасное качество. Вот для бани, в душе, вот прям самое то. Пользуемся с удовольствием и тоже очень-очень нравится. Коробочку свою наполняю. Дальше мыло, которое я покупала уже в Галамарте по 7 рублей. Вот такие вот небольшие кусочки. Маленькое приятное мыло. В мыльнице вот для рук особенно приятно лежит. Приятно взять в руку его. Недорогое. Ну, просто прелесть вообще. Хорошее качество этого мыльца. Мне оно тоже очень понравится. И буду в Галамарте, я его еще обязательно куплю. Нравится мне. В фикс-прайсе вот такое вот косметическое мыло покупали. Причем, знаете, я обратила внимание, что в одно и то же время, в один и тот же период времени, но в разных магазинах, это мыло может продаваться от 16,60 до 25 рублей. То есть в зависимости от того, какой магазин. То есть цены разнятся даже в пределах города. Непонятно мне это почему, но мыло замечательное. Очень душистое такое, прям просто прелесть. Затем брала также мыло Дуру за 77 рублей. Там, по-моему, 4 кусочка было. Тоже в фикс-прайсе. Очень душистое, очень приятное. Прекрасно мылится. Вообще просто супер. А Саше оно не понравилось. Говорит, ему руки там что-то сушат. Да нормальное мыло. Я такого не заметила. Затем в Ашане тоже брала вот с копом. Вот так вот тоже вот упаковка из 4 кусочков. Детское мыло. Недорого оно стоило. Что-то, по-моему, рублей 50, наверное. Тоже хорошего качества мыльца. Вот последний кусочек остался. Такой нейтральный запах. Хорошо мыльца тоже. Понравилась она мне. Дальше в подарок мы получали от нашей подписчицы Вера. Алекс, спасибо большое. Она познакомила нас с фирмой «Свобода». Смотрите, вот такое шикарное мужское мыло. Имеет запах мужского парфюма. Угольное называется. Мыло с углем. Содержит провитамин B5 и экстракт алоэ. Идеально подходит для бритья. Ну, что-то бережет пока Саша. Он мне вообще очень бережливо относится к вещам, которые ему сильно нравятся. И вот он говорит, не трогай, это мое мыло. Уж, ой, я не знаю, когда он будет пользоваться, но пока бережет. На какой-нибудь, значит, знаменательный день. Потом я вот покупала себе вот такое вот мыло Дав. И вот к нему тоже я почему-то отношусь очень бережно. Я очень люблю мыло Дав, оно душистое, прекрасное. Мылится, такое вот действительно кремообразное, очень приятное. И, конечно, оно дорогое. Вот это вот за 135 грамм я отдала что-то 89 рублей, что ли. Но это было у нас в сельском магазине. Дорого, но зато красиво и приятно даже держать в руках. Последний раз в фикс-прайсе покупала вот этот вот Милофакс. Тут 140 грамм по 25 рублей эта мылка стоит. Тоже очень душистая, пахнет розой. Вот она помнила мне Болгарию, поэтому я его взяла, и поэтому у меня вот идея родилась рассказать про мое мыло. Очень хороший такой вот кусок, вот написано New, новая партия, что ли. Очень душистая, классная мыльца. Из дорогого мыла, я вот прям недавно в обзорах показывала, вот это я в фикс-прайсе брала по 25 рублей. Вот, туалетное мыло для детей. Крем и чистота. Туалетное мыло для дам и господ. Парфюм и масло. Завод братьев Крестовниковых. Классное мыло. Очень хорошее качество у этого мыла. Очень. В Ашане на сегодняшний день вот 200-граммовые куски продаются за 53 рубля. Но мыло просто прелесть. Там тоже есть разные варианты этого мыла. И детское, и туалетное. Ну, всякое, короче говоря. И для тела, для бани. То есть вот, ну, просто прелестное мыло. Мне оно очень нравится. Конечно, теперь я его буду покупать с удовольствием. В Ашане также я вот уже неоднократно показывала. Это вот такая какая-то детская забава. Вот с удовольствием беру вот это вот мыло за 51 рубль. Спанч Боб. Здесь 100-граммовый кусок. Очень душистая, фигурная, ну такое вот, ну, приятное для рук. Ну вообще, ну просто сказка какая-то. Вот моем руки им с удовольствием все. И Ваня летит прям первым делом мыть руки именно этим мылом. Просто чудо. Еще Саша ездил в какую-то гостиницу, по-моему, в Казань, что ли, он
И вот такой вот мылк там тоже был. Ну, такого закрыто, не хочется открывать мне его пока. Ну, вот тоже вот так вот, как памятное какое-то вот мыло. Это мы оставили. Ну, еще из мыла, но это не сказать, что к коллекции относится, а просто вот лежало оно у меня вот в этой моей заветной карабульке. Это вот мыло хозяйственное уже против пятен. Активно удаляет пятна, не содержит СЛС. Вот 23 рубля. Тоже покупала в Ашане это мыло. Хозяйственным мылом я пользуюсь. Мне оно нравится, оно очень хорошо отъедает пятна. Хорошее мыло. Дальше вот такое традиционное мыло хозяйственное. И вот такое вот тоже хозяйственное мыло для мытья. Вот этот кусок, он, кстати, больше, чем этот. Вот это, по-моему, в фикс-прайсе за 16,60 я брала. А это за 11 рублей я брала в Галамарте. Вот. Но одна и та же фирма, просто разный немножечко объем. Вот. Один кусок побольше, другой кусок поменьше. Я его уже брала, тоже хорошо отстирывает пятна. Вот. Собственно, смотрите, вот он, весь мой запас мыла. Вот он. Вот. Мы им активно пользуемся. Мыло, в принципе, у нас хорошо идет, потому что и для рук нужно много мыла, и вот моемся мы мылом. Конечно, в перемешку есть еще и жидкое мыло я использую. Вот в фикс-прайсе за 50 рублей, вот второй уже бутылек я вот такой мыло брала, магия цветов. Жидкое крем-мыло, нравится оно мне, тоже приятное в использовании. Также в фикс-прайсе вот второй раз уже беру вот тоже вот такое вот мыло. Синергетик, растительные компоненты. 77 рублей стоит пол-литра. Приятное, хорошее мыло. В Ашане, вот я уже много раз говорила про это мыло. Сейчас оно есть. Я вот уже в двух Ашанах была за последний месяц. Именно по Саратовской области. Везде оно продается. Иногда, потому что оно исчезает. Недорогое, но вообще классное мыло. Натуральное мыло для мужчин, для ухода за телом, волосами и мягкого бритья с водорослями. Душистое, такое какое-то вот парфюмированное, слегка именно мужское вот какой-то вот парфюм. Прекрасно им мыть и голову, и бриться им удобно. Он как гель такой гелеобразный. Вот классное мыло реально. И недорогое, надолго его хватает. Также в Ашане за 24 рубля брала вот это вот мыло для интимного ухода. Мне оно нравится, оно нежное, приятное. И нравится мне в использовании. И после того, как я это мыло купила, пришла посылка с Green Mama. И вот это мыло для интимной гигиены, нежный гель-крем, тоже мне очень понравился. Очень понравился. Я просто счастлива. Вот прям вот мягкое, тоже приятное, такое какое-то вот, как медовое какое-то. Вот, ну, классное. Тоже мне очень нравится это мыло. Ну и еще у меня есть крем-мыло. Овсяное молочко, я его еще не открывала, особая серия, тоже из недорогого, брала его в Галамарте, что-то в пределах 35 рублей, здесь пол-литра, да, пол-литра, вот такое мыло, и еще вот такое жидкое мыло ромашка для всех типов кожи, тоже недорогое, в пределах что-то 35-40 рублей, здесь 450 миллилитров, и брала его я, по-моему, в Магните, да, в Магните я его брала. Вот. Ну, собственно говоря, вот и все. Вот такой вот у меня запас моего мыла. Нельзя сказать, что это прям какая-то супер коллекция, но все же я могу сказать, что я богачка. Люблю я это дело, не знаю как. Ну, потому что с этим мы сталкиваемся несколько раз на день. Вот, руки приходится мыть, умываться приходится, подмываться приходится, голову мыть и так далее. Там, я в данном случае уже имею в виду это конкретное мыло. Вот. Так что вот, дорогие друзья, пишите в комментариях, какое мыло вы предпочитаете, есть ли у вас дорогое мыло. И ставьте лайки, если вам понравилось. Я прощаюсь с вами, до новых встреч, всем пока-пока!